Всем привет! Меня зовут Елена Эрмина. И вы на моем канале о вязании. Вяжем мы с вами не только крючком, но и спицами. И сегодня я хочу вам показать свою коллекцию спиц. Также поделиться с вами информацией, какие у меня любимые спицы в работе и где я их заказываю. По вашим просьбам, так как у меня очень много зрительниц на моих каналах, которые вяжут не только крючком, но и спицами, и просят меня снимать подробные попетельные мастер-классы по вязанию плечевых вещей. Я вашу просьбу услышала, и буквально вчера мне пришел заказ с классными спицами. Сейчас я вам все покажу в этом видео, все расскажу, покажу. И будем с вами вязать летние вещи. Я уже готовлю мастер-класс по вязанию красивого шикарного платья спицами. Также будет летний красивый стильный модный кардиган. Также будет подробный попетельный мастер-класс, разработанный для начинающих. Ну и ждет вас целая коллекция, огромная коллекция, которую я еще начала создавать в прошлом году по вязанию разных пуловеров, джемпера будем вязать, кардиганы, в общем, все что угодно. Ну и, конечно же, мы вяжем с вами крючком. Новые проекты, у меня очень много разных идей, уже очень много разных подробных попетельных мастер-классов для вас сделано. Так что, девочки, давайте посмотрим. Досмотрите, пожалуйста, это видео до конца, я с вами поделюсь интересной информацией. Давайте я начну с самого главного, а потом уже будет у меня, подведем итоги. Буквально вчера получила посылку из своего любимого магазина «Пряжи Су». Вот очень нравится мне этот магазин, потому что заказы собираются быстро, мгновенно, отправляются буквально в этот же день. И доставка я получаю транспортной компании за считанные дни. И посмотрите, как все упаковано. Просто вот приятно такую посылку раскрывать. Здесь, видите, логотип магазина. Упаковано в бумагу. И вот такое содержимое. Здесь у меня коллекция новых спиц. И один моток пряжи. Конечно же, есть накладная со всеми ценами. И наименованием товаров. Вот такой небольшой заказ. Срочно мне нужны были спицы, очень-очень срочно, потому что мне нужно вязать кардиган, а все спицы у меня заняты. И вот моя любимая пряжа. Сейчас я вам быстро расскажу о моей любимой пряже, а потом уже перейдем к главной теме видео, буду рассказывать про спицы. Пряжа летняя серия, сапфир люкс, длина нити 500 метров, вес одного мотка 100 грамм, торговая марка производителя Сиам. Цвет указан внутри катушки 206. И мы сейчас с девочками вместе на следующей неделе приступаем к вязанию нового проекта. Будем вязать летнюю блузку, кофточку на любой возраст, на любой размер. Название проекта Lime Light. Вяжется блузка крючком. И у меня уже набрана группа. По совместному вязанию мы будем вязать вместе. Если у вас есть желание присоединиться к нам, то пишите в комментариях под этим видео «Хочу связать Lime Light». Сейчас в правом верхнем углу выйдет картинка. Я оставлю ссылку на видео, и вы можете посмотреть обзор на эту блузку. Присоединяйтесь к вязанию, вы еще успеваете начать вместе с нами. Мне не хватило на рукава одного мотка, вот я заказала, и можно будет уже закончить работу. В этот раз я заказала новинку от Knit Pro. Название спиц, линейки спиц Zinc. Вот несколько здесь номеров. Обожаю эти спицы. Вот эти спицы на втором месте по вязанию. Расскажу почему. Здесь у меня номер 375. Эта модель уже
от Knit Pro линейка Nova. Размер спиц, диаметр 3. Knit Pro Zinc 3,5 номер. Knit Pro Zinc 3,25 и 3 миллиметра. Очень хорошо, что диаметр спиц указан на самих спицах. Очень удобно, что не надо каждый раз пользоваться линейкой для измерения спиц. Вот этот. Я очень люблю, когда на самих спицах видна нумерация размера. Про у меня две линейки. Это Knit Pro Zinc и Knit Pro Nova. Новая. Вот Knit Pro Zinc я люблю из-за того, что они цветные, и сам цвет меня очень радует. Также удобный кончик, носик спиц. А вот Knit Pro Nova, они такие гладенькие, также петельки хорошо скользят по самой спице, тоже очень удобно. Здесь также они отличаются длиной. Давайте сразу же посмотрим. Я заказала разные номера, потому что очень они мне необходимы. Длина спицы от начала и до конца, до кончика, 11,5 сантиметра. Это Knit Pro Nova. Длину спиц от Knit Pro Zinc. Эти спицы по длине гораздо меньше. Длина 9,5 сантиметров. То есть получается на 2 сантиметра разница в длине. Этими спицами очень удобно вязать по кругу. А что вяжется у нас по кругу? Можно связать любую вещь. Шапки, снуды, джемпера, кофточки, футболки, майки, топы, снуды. Вязание любое для детей, для малышей. То есть для кругового вязания вот эти спицы очень хороши и идеально подходят. Девочки, ссылку на интернет-магазин, где вы можете заказать те товары, которые сейчас вам показываю в этом видео, я вам оставила в описании под видео и в комментариях. Также хочу с вами поделиться своим промокодом на скидку. Размер скидки 5%. Делайте покупки выгодно. И с удовольствием делюсь своим уникальным промокодом со своими любимыми зрительницами, подписчицами моих каналов. Что, чем мне еще нравятся спицы от Knit Pro, то, что они съемные, разъемные, и можно отдельно заказать к ним тросики и лески. Они есть в интернет-магазине разной длины. Я заказала по два комплекта. Вот у меня комплект 60 сантиметров, два комплекта 80 сантиметров и один комплект 100 сантиметров. Там есть еще вариант 120 сантиметров, 150, если вы вяжете шали. Так, и давайте посмотрим, как ими пользоваться. Вот заказывайте леску нужной вам длины, тросик. Здесь идут две заглушки. И ключ для того, чтобы спица не раскручивалась. Ну, здесь, конечно, иногда требуется подкручивание вот этим ключом. Ну, я когда подкручиваю, когда нет, тоже очень удобно пользоваться. Значит, вот чем хороши вот эти спицы для кругового вязания. То есть вы можете либо заказать Knit Pro Zinc, либо Knit Pro Nova. Разные номера есть у спиц. Здесь, кстати, у Knit Pro Nova есть нумерация, также диаметр спиц указана на самой спице. Вот номер 3, тоже маркировка сделана. Соединяете леску, тросик со спицей. Подкручиваете при необходимости. Вот здесь вот есть отверстие, вот ключик, и фиксируйте надежно спицу, чтобы она не раскручивалась. Соединяйте два конца спицы к тросику
И вот хочу показать вам. Смотрите, идеальная длина спиц 9,5 сантиметров для того, чтобы вязать по кругу. Вот такой вот у нас получается диаметр. Вот. Для кругового вязания. Можно вязать, очень удобно вязать. Посмотрите, и длина спицы, и длина тросика позволяет вязать по кругу небольшие диаметры. Это может быть шапка, снуд, или вы вяжете, например, рукав, или вяжете топ, кофточку, либо детские вещи для малышей, младенцев. Заказывайте спицы, если вяжете по кругу, KnitPro Zinc. Разные номера есть. Я заказала маленькие размеры, потому что большой размер спиц у меня уже есть в наборе. И посмотрите, для чего нужны заглушки. Например, у вас значит процесс, но вам необходимо освободить сами спицы. И, например, вяжете спинку, вам нужно вязать перед. Просто заказывайте вот эти тросики, два комплекта. Спицы сами вот эти освобождаете, а само полотно вставляете на тросики. И у вас петли не слетают за счет заглушек установленных. Очень удобно. Я заказываю из-за этого по два комплекта вот этих тросиков. У меня два комплекта 60 сантиметров, два комплекта 80 и так далее. Потому что я вяжу спинку и перед одновременно, потом уже работаю над формированием выреза горловины. Сначала я вяжу две детали до уровня горловины, а потом уже распределяю на два комплекта спиц, на два комплекта тросиков и просто меняю сами спицы. Вот так вот. Вот эти сами тросики, лески, они стоят недорого. Около 200 рублей. Ну, там зависит от длины. Ну, если используете мой промокод, будет еще дешевле. Выбираете. Возьмите сразу по два комплекта. Возьмите всю длину. То есть, допустим, сразу берите два комплекта по 60 сантиметров. Возьмите два комплекта по 80. Один комплект 100. Один комплект 120. И у вас вам хватит надолго. На все проекты. В общем, я решила в каждом своем заказе заказывать разные номера спиц. Это новинка. Раньше их не было в магазине, сейчас они появились. Вот разные номера моих любимых спиц KnitPro Zinc. Обожаю эти спицы. Вяжу только вот ими, и сейчас вот покажу тоже свои любимые спицы. Также в моем заказе были спицы от Ади. Это спицы из Германии, спицы круглые, гибкие, на гибкой леске, размер спиц 2,75. Длина лески 80 сантиметров. Эти спицы я заказываю для того, чтобы вязать из тонкой пряжи. Вот сейчас я вяжу платье спицами. Летняя будет у меня мастер-класс. Сейчас покажу фрагмент этого платья. Смотрите, вот такие спицы. Здесь, конечно, они не разъемные, цельные. Леска с эффектом. То есть, видите, она скручивается. С эффектом памяти, что не совсем удобно. Кончики в меру острые. Сами спицы очень легкие. Обычные спицы. Маркировка здесь, номер спиц, по-моему, указан вот на самой леске. Ну, так как у меня не очень хорошее зрение, девочки, честно говоря, здесь мне не разглядеть, что здесь написано. Ну, какая-то надпись есть. Сразу же отвечу на вопрос, почему, если я люблю спицы Zinc Pro, я заказала Adi. Потому что я не нашла в интернет-магазине, там, где я делала заказ, спицы размером 2,75. Не было этого размера, и мне пришлось заказать уже от другого производителя Adi. Так что вот такая история. Раньше я вязала самыми простыми дешевыми спицами. Название спиц Панорама на металлическом тросике.
Сейчас я ими не вяжу и никогда не буду вязать, потому что они мне не нравятся. Ну как, если вы, допустим, много не вяжете, вяжете очень мало и не особо любите вязать, конечно, вам и таких спиц достаточно. А если вы вяжете много на заказ, на продажу, то рекомендую вам приобрести коллекцию спиц всех номеров, очень хороших спиц, и уже работать с удовольствием для того, чтобы ваши руки отдыхали в процессе вязания, и вы получали огромное удовольствие от того, что вы вяжете, и от самого процесса. Потому что я считаю, что вязание – это не работа, это удовольствие. То есть вот мое любимое дело, мое любимое хобби – это вязать. Особенно я люблю вязать крючком. Но сейчас что-то мне захотелось очень сильно вязать спицами и разработать для вас коллекцию мастер-классов. Вязать вместе с вами. О своем заказе из интернет-магазина я вам рассказала. Сейчас давайте продолжим тему. Буду вам показывать еще спицы, которые у меня есть, которые не находятся сейчас в работе. Вот видите, у меня все спицы от Knit Pro. Вот есть Nova, разная длина, лесок. Я вяжу только и этими спицами. Вот разные номера, 2,75, 3. Это у меня спицы 40 сантиметров длина. Общая для того, чтобы вязать горловину любого изделия по кругу, либо обвязку рукава, например, резинку, либо там шапку, шапки, снуды. Но обычно я использую для вязания горловины и рукава. Разные, видите, номера. То есть я не изменяю. Knit Pro — моя любовь. Вот у меня есть разъемные спицы, есть цельные спицы. Вот я вам показываю цельные спицы. И также вот у меня здесь есть тросики отдельно. Они также разной длины. Хочу вам показать свой набор. Вот этот набор я заказывала очень давно. Много раз вы у меня спрашивали, что за спицы у меня. Это коллекция спиц от Knit Pro. У них разные серии есть, разные длины спиц. В общем, я вам ссылочку оставила в описании под этим видео на магазин. И на отдельно оставлю ссылку на спицы. Вот, сами посмотрите, выберите те спицы, которые вам больше всего понравились, потому что там огромнейший выбор, просто, знаете, огромный выбор спиц. Я вам просто сейчас порекомендовала, на какие марки производителя необходимо обратить внимание. Значит, ищите Knit Pro, там уже смотрите, либо заказывайте набор, либо можете заказать отдельно спицы по номерам. Вот у меня набор есть. Здесь некоторые спицы у меня заняты в проектах. Здесь входит 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 пар спиц. Самый маленький размер в наборе 3,5. Значит, 3,5, 4,5, 4, 5. Так, через пол сантиметра 5,5, потом идет вот 6 и 7, 8. Вот таких уже толстые спицы. В комплект входило несколько тросиков, один свободный у меня остался, ключи, переходник для того, чтобы соединять лески разной длины, ну и заглушки. Здесь входило несколько тросиков, по-моему, в комплект входит 2 или 3 тросика, я уже не помню, вроде бы 2. И вот такой вот у меня также набор есть. Очень он мне нравится, очень удобные спицы, идеальная толщина. Здесь и острые, в меру острые кончики. Вязать ими удобно. Особенно мне нравится, что они окрашены в разный цвет. Вот эти наборы вы также можете заказать в интернет-магазине и воспользоваться моим промокодом на скидку.
Наборы есть разные, так что, девочки, выбирайте. И вот еще моя любовь, всеми известные спицы. Название производителя Чуагу. Я заказывала как отдельные спицы, так и у меня есть набор. Эти спицы, они гораздо дороже, чем Knit Pro. Цена отличается. Причем, я бы сказала, существенно отличается. Но я решила себя побаловать и заказать. Себя тоже нужно любить. И так как я вяжу очень много, такой набор, конечно, должен быть у каждой рукодельницы, которая особенно вяжет на заказ и на продажу. Приобретите себе хорошие спицы. Вот я вам рекомендую либо Чиагу, либо Knit Pro. Все зависит от того, ну, какая у вас финансовая платежная способность. Ну и, конечно же, какие у вас запросы. Здесь есть разные номера. Самый маленький 2,75 и самый большой размер, диаметр спиц номер 5. Получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 пар спиц. Входит в комплект 2 тросика всего лишь, ключ, переходник, линейка для измерения спиц. И были маркеры, они у меня тоже задействованы, показать их не могу вам. Вот от этой фирмы Чиагу у меня есть и набор спиц, и плюс вот несколько номеров спиц, я их заказывала отдельно. Они тоже заняты проектами. Сейчас у меня на спицах Чиагу находится в работе. Я вяжу платье и буду снимать мастер-класс для вас. Вот видите, вот такой вот тросик. Он без эффекта памяти. Длина тросика 60 сантиметров. И вот здесь они спицы разъемные. Я их закрутила ключом, так что мне сейчас не открутить. Потому что плотно зафиксировала, чтобы не раскручивала спица в процессе вязания. Видите, длина самой спицы. Давайте мы сейчас с вами ее измерим. Получается 12,5 сантиметров. Они длинные. Даже не 12, а 13 сантиметров. Спица довольно-таки длинная. Номер, диаметр спиц указан на самой спице. Гравировка здесь лазерная. Но не видно. Я посмотрю через лупу. Сделаны они из медицинской стали. Очень прочные, очень прочные и не гнутся. Вот я вяжу спицами либо Чиагу, либо от Knit Pro. Другими спицами я сейчас не вяжу и даже рассматривать их не собираюсь. Вот у меня два фаворита. Чиагу, Knit Pro. И вот, девочки, выбирайте что-то. Можете попробовать так же, как и я. Два производителя и уже выбрать для себя, что вам больше подходит, что нравится. Но отличие, конечно же, по ценам. В прошлом году заказывала еще один набор от Чиагу, вот такой вот. Честно говоря, он мне не нравится, и я им не пользуюсь, потому что неудобно мне держать их, и рука очень сильно устает. Честно говоря, мое приобретение было напрасным. Я бы так сказала. Здесь очень короткие спицы по длине. Вообще, я бы сказала, мини-мини. Ну, что ими вязать? Вяжутся также шапки, горловина, рукава. И, ну, конечно, идеальный вариант для вязания вещей для младенцев, детей. Здесь всего лишь два тросика в комплекте. Вот. Они небольшие. Даже три тросика, видите? Три тросика в комплекте. И был переходник. Должен быть переходник. Здесь для того, чтобы соединять вот эти тросики. То, что удобно вот в этих тросиках, у них нет эффекта памяти. То есть они
всегда прямые, и вязание не скручивается. Вот в этом удобство. Идеальные кончики по остроте, хорошо цепляют петли, особенно если сложные узоры вы вяжете. Вот спицы чагу, ими вязать комфортно, удобно. Процесс вязания доставляет удовольствие. Не, руки не так сильно устают. Вот такой вот набор. У меня есть два набора и три номера, три упаковки разных по номерам спиц. Я их также заказывала в интернет-магазине. Давайте с вами поиграем. На этом у меня обзор спиц завершен. И я благодарю всех своих зрительниц, которые досмотрели это видео до конца, слушали меня внимательно. Предлагаю вам поиграть в игру. Напишите, пожалуйста, мне в комментариях под этим видео слово «спицы». И мне хочется посмотреть, кто смотрит мои видео от начала и до конца. И очень внимательно. От всей души благодарю вас, что вы уделили мне внимание, потратили свое драгоценное время и досмотрели это видео и смотрите все мои видео от начала и до конца. Я вас обожаю. Спасибо вам. Всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.